Во Владивостокском цирке полным ходом идет подготовка уникальной программы «Шоу воды, огня и света». Это совместный проект Российской государственной цирковой компании и Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Для того, чтобы зрители увидели настоящую феерию стихии, в столицу Приморья доставили лучшее в России перевозное фонтанное и водопадное оборудование. Преображенный манеж, вместивший в себя 70 тонн воды и более 500 форсунок, центральная будет бить на 27 метров ввысь, под самый купол. В представлении будут задействованы новейший свет и звук. Для каждого фрагмента выступления продумано свое визуальное решение. Даже 500-килограммовый бархатный занавес для шоу специально шили на Мосфильме. Установка декораций и различной аппаратуры заняла 3 дня. Задействовали десятки специалистов. Это создается все вручную, то есть это не заводская штамповка. Это все сделано индивидуально под наш коллектив, под нашу программу. Лучшими московскими и российскими инженерами. Свои феноменальные способности зрителям покажут макаки резус, обезьяны лапундеры, попугаи ара и какаду и другие экзотические животные. Также есть гора. Это соколица элитной породы сокол Балабан. Талисман руководителя программы заслуженного артиста России Анатолия Сокола. Все второе отделение они вместе показывают фокусы прямо в манеже. Сама программа не похожа на привычное представление. Это спектакль со своим сюжетом. Представлены все жанры циркового искусства. Артисты, которые покажут свое мастерство, обладатели самых престижных премий мира. Напомним, премьера шоу «Воды, огня и света» состоится уже в эту субботу, 4 февраля. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на 8.